Всем привет! Как бы ни радовала погода за окном, осень отменить не удастся. А значит, с наступлением прохладных дней вам понадобится плащ или, как сейчас модно говорить, тренчкот. Всевозможные сайты предлагают плащи по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! От длины силуэта плаща или тренча зависит, как будет смотреться весь образ. Укороченные длиной до середины бедра модели не актуальны в этом сезоне. Плотно облегающую фигуру верхней одежды также не в тренде. Плащи и тренчи выбирайте длиной от колена и ниже, чуть приталенного силуэта с прямым или немного расклешенным подолом. Невысоким девушкам подойдут модели длиной до колена или чуть ниже, высоким длиной от середины икры и ниже. Обладательницам грушевидной фигуры лучше выбирать плащи длиной до колена. Модели короче или длиннее зрительно утяжеляют бедра. Девушкам в теле подойдет верхняя одежда прямого силуэта. Она вытянет силуэт и сделает фигуру визуально стройнее. На девушках хрупкого телосложения удачно смотрятся классические тренчи из жесткой ткани с обилием деталей, например, с хлястиками или погонами. Острые линии силуэта верхней одежды хорошо сочетаются с субтильной фигурой. Девушкам с женственной фигурой, выраженной грудью и бедрами, подойдут плащи и тренчи из мягких, струящихся тканей. Они подчеркнут формы и не будут утяжелять силуэт. На сайте Озон плащ Look of Yan сейчас продается со скидкой за 3790 рублей. Его прежняя цена – 4590. Плащ однотонный, светло-оливкового цвета, двубортный, на пуговицах. Состав – хлопок 51%, полиэстер 49%. Страна-производитель – Киргизия. На сайте Wildberries плащ сейчас можно купить за 5337 рублей. Раньше он стоил 14 825. Модель тренч-кота оверсайз, крой классический. Тренч сшит из высококачественной, плотной и приятной на ощупь ткани. В составе плаща только качественные материалы. Есть выбор цвета – черный, серый, коричневый. Тренч подходит под любой тип фигуры благодаря универсальному фасону. Температурный режим от плюс 5 до плюс 20 градусов. При уходе за изделием рекомендуется использовать сухую химчистку. Гладить тренч-кот только вертикальным паровым утюгом. На сайте Яндекс.Маркет тренч-кот Sella сейчас можно купить со скидкой в 50% за 3999 рублей. Состав полиамид 38%, хлопок 62%, на пуговицах с поясом и карманами. Цвет светлый беж, отделка черной каймой. На сайте La Moda плащ Овелли сейчас предлагают со скидкой в 49% за 4990 рублей. Цвет бежевый, состав 100% полиэстер. Модель прямого кроя дополнена поясом в тон. Детали: воротник с лацканами, застежка на пуговице, два боковых кармана, шлевки под ремень, шлица, гладкая подкладка. На сайте «Снежная королева» удлиненный тренч-кот сейчас можно приобрести со скидкой в 55% за 5390 рублей. Легкий удлиненный плащ бежевого оттенка с текстильным ремнем. Классическая модель приталенного силуэта с английским воротничком, двубортной застежкой на пуговице и прорезными карманами. При выборе плаща не экономьте. Качественный женский плащ можно носить несколько сезонов, учитывая то, что в гардеробе, как правило, бывает несколько вариантов верхней одежды на межсезонье. Не стоит выбирать плащ, исходя только из ценника, ведь вам не хочется мерзнуть. А качественный можно проносить с удовольствием не один сезон. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.